Сейчас покажу вам холостяцкую хату, что происходит, когда мужик живет один. У меня тут пыли просто пиздец. Я стал холостяком. Смотрите. Пиздец просто. Чуня! Салам кидай! Доброе утро, брат. Да, я вижу. Приобрел новую тачку. Я ты себе купил 2 литра турбо, да? 275 сил, братан. Хорошо едет. Да? Ну, жалко, бетон. Я хоть как дал бы тебе дыма здесь, блядь. Смотри сюда, блядь. Смотри сюда, быстрее, блядь. Вот смотри сюда. Что? Обратка, долбоёб. Что? Это ничего страшного, блядь. Да. Это обратка. Вас захейтят, ёб. Что, она не должна так булькать? Это обратка вообще, пух. Обратка срабатывает. Бля, такой маленький моторчик у него. Это 4 цилиндра, что ли? Пробуем комарика. Он не рулится, ты знаешь? Вообще, на американские диваны, они выпускают кресло. Трогаемся с буксами. Ага, каха пошел, братан. Чич мне надымел, братан. Эта тачка не рулится нихуя. Потому что тяжелая, весит, блядь, как остров, как замок Нормандия она весит. Бросают жестко, знаешь, она не управляет. Да? Да. Сики, выкладывайте флешмоб с пыльными квартирами и пыльными домами. Я вас буду отмечать в сторис, отмечайте мою страницу, чтобы я вас увидел. Я буду вас выкладывать, потому что девчонки просят, чтобы я вас отмечал, чтобы они видели холостяков. Поэтому отмечайте. Не рулится, блядь, до BMW, как до луны пешком, блядь.